Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня буду готовить очень вкусный салат с баклажанами, который называется Филадельфия. Он свое название получил, потому что он готовится с очень вкусным крем-сыром Филадельфия. Попробуйте, очень вкусно. Для этого салата понадобятся баклажаны, спелые помидоры. Конечно же, я буду использовать зелень укропа и зеленый базилик. И, конечно же, сыр Филадельфия. Для баклажанов я буду использовать муку. И очень важно, это, конечно же, заправка. Для заправки я буду использовать соевый соус, подсолнечное масло, либо оливковое. Если будете использовать подсолнечное масло, желательно, чтобы оно было запахом домашним. Также мне понадобится мед, острая горчица, соль и черный перец. Приступаю! Конечно, я вам хочу порекомендовать, что еще можно вкусное приготовить с баклажанами. С баклажанами, конечно, можно приготовить не только салаты. С него получается очень вкусная лазанья. Действительно, просто обалденно. Сочетание фарша и баклажана – это нечто. И, конечно, я вам хочу порекомендовать, приготовьте на зиму баклажановую икру. Это просто супер. Очень вкусно. А когда откроете зимой одну баночку и намажете на хрустящий черный хлебушек. А на два этих рецепта я оставлю ссылки в конце видео. Баклажан нарежу брусочками. Баклажаны нужно посолить. Сейчас такие баклажаны, что они просто не горчат. Но если вы все-таки волнуетесь, то можно баклажаны посолить, потом через 15 минут просто промыть под проточную воду. Немного перемешаю. И добавлю муку. И перемешаю немного вместе с мукой. Баклажаны разделю на две части и обжарю на двух сковородках на раскаленном подсолнечном масле до румяности. Не отходите от баклажанов. Баклажаны на большом огне румянятся очень быстро. Когда подрумянили с одной стороны, переворачиваю на другую. Посмотрите, какие румяные и красивые баклажаны получились. Они получились хрустящие. После того, как они подрумянились с двух сторон, выкладываю их на бумажное полотенце. Пусть немного остынут. Помидоры у меня небольшого размера. Разрежу их на 4 части. После того, как баклажаны немного остыли, собираю салат. Половину баклажанов выкладываю на дно тарелки. В хаотичном порядке выкладываю нарезанные помидорчики. Выкладываю вторую половину баклажанов. Опять немного помидоров. Теперь набираю сыр Филадельфия двумя ложечками и просто выкладываю к салату. Если вы не любите сыр Филадельфия, можете использовать просто обычную моцареллу. Но как можно сыр Филадельфия не любить? Мелко накрошу зелень укропа. Сверху укропчик добавлю на салат. Занимаюсь заправкой. Соевый соус, масло, конечно же, горчица и мед. Добавлю немного соли и черного перца. Все размешаю, и заправка готова.
салату добавляю базилик, можно красный, либо зеленый, какой вы больше любите. Перед самой подачей на стол салат нужно заправить заправкой и подавать к столу. Ну что, пришло время пробовать этот невероятно вкусный салат. Этот салат нужно непременно приготовить. Это просто шедевр. Конечно же, заправка дополняет вкус баклажанов, а Филадельфия – это просто нечто. Попробуйте, очень вкусно. А всем, кому понравится этот рецепт, напишите мне комментарий, как получилось у вас вкусно. И приятного вам аппетита. Пока!